Опять съездили, купили мясо, такую ножку с копытцем, да, и поставила, отрезали рульку с этим копытцем, поставила холодец варить. Достала язык сейчас, тоже буду его варить, да, чтобы был вкусненький деликатес. Тут на холодец все поставили, сейчас буду пенку снимать. Мусечка у меня тут помощница. Моя девочка тут помогает маме, моет тут кухню, видали? Ну вот, все при делах. Как в магазин не съездишь, пол багажника. Куда столько? Да, котик? Праздники такие. Кто сможет больше всех съесть? Больше всего. Потом год не едим, а в праздники едим так, что хоть за год. Такую тушу взяли. Как вот грудинка, тоже очень вкусно, делаем как с увидели, кто смотрит канал, тот поймет. Такой кусок взяли, сейчас тоже его распределим, косточки на супчики, мясо там, я не знаю, на фаршик или еще куда. На фарш. Вот. Ну мы что любим, то беляши, то чебуреки, то еще что приготовить. В общем, понабрали опять. Мясо сейчас сделаем, переработаем заготовки. И будет нам потом вкусно. Да? Угу. Котик, улыбнись. Так, я вот думаю, забацать из этого. Забацай. Мы тут кулинарием решили сделать... Моти. Да, вымешивай по-человечески. Ой, первый раз делаем. Давай. Курочка лапкой. Давай, давай, делай. Какого? Такого. Что это за цвет? Какой есть? Неожиданности детской. Хорошенько, дочь. Я стараюсь. Ну что, дочь? О, так лучше. Постоянно его туда-сюда, да. Собирай от дна, отковыривай. Мой самба там режет. А? Киву? Угу. Ну все, в этот ковшик. Это начинка у нас для зелененького. Но он какой-то желтенький получился, да? Короче, с киви. Для моти с киви, да? Зелененького цвета, я хотела сказать. Да? Да. Ну, а так, собственно, мы имеем вот желтенький. Сделали зелененький и, блин, красненький. Да. Три вида теста для моти. Сюда вишню положила, сюда вместо воды, ну, с водой, сейчас покажу, вылила, вот тут был сироп, ну, сок, ну, отсюда, а сюда ничего не добавляла, просто водичку, ну, готовим. Ой, это пиздец, товарищи, я в шоке, короче, сейчас стою там, каши варю, выйди, говорит, это там... Пацаны там ржут. Курьерщики или кто такие? Я вообще, я с такой прострацией. Это что? Это... Откуда что? Дочь. Ну помоги распаковать. О! Ну да, мы тут... Это мне. Можешь распаковать. Аккуратненько. Боже мой, я... Это да. Первый раз в жизни моей такое. Охренеть, блин, боже мой. Как так? Вообще, как это может... Как это такое может быть? Боже. Самое главное. Дочь, подержи. А где мой подарок? Говорит, ты чё, мам?
Девчат, мне курьер привез орхидею, а я еще трубку не взяла, потому что, ну, это, пока там общалась, то, ну... А в группе мне Наташа пишет, это, там курьер. А тут цветок мне приехал, прикиньте. Да чё, там что-то неожиданно. Ну что? Чего, рада? Ну, конечно, рада. Фу. Это язык. Или язык. О, боже. Все, салаты сделаны. Шубу сделала, оливье. Этот сделала с куриной грудкой. Моти-шмоти эти, господи, задрала. Задралась их делать. Ну все, а теперь вон талямбу выпустили. Прибираться. Назвали дети его Толиком. Сейчас Толик нам тут полы намоет. Можно лечь, отдохнуть чуть-чуть, прилечь. Да, котик? Да. А ты тоже Толик, что ли? Да, я сейчас сдохну. Сдохнет, да, такое разгребать? Да, Дженечка. Ну вот. Сделай паузу, скушай Твикс. Вот такой подарочек. Хоть почти под елочкой, да? Такое? Что такое? Я же не уходила никуда. Я же тут была. Что? Что ты, моя дорогая? Ой, ой ты, господи. Ой, ой. Это же мои вон ходили. Так. А где второй? Подметает. Так. Ой, так, подожди. Так, забрали же они тут, тетя Аллочка. Так, вот это мне уже не нравится. Снегурочка Аллочка прислала подарок по Валберес. Пирожницы. Вот, забрали. Сейчас посмотрит. Говорит, такая, говорит, коробочка маленькая. Так. Ты выспалась, Дунь? Нормально. Новый год отметишь? Ну, конечно, я всегда отмечаю. Ага. Брыхать не ляжешь? А что, говорит, тебе нравится уже? Аниме. А, твой аниме. Да, это. Что? Что? Что сказать надо? Спасибо. Я не понял. Сюда смотри. Эй, ты сюда смотри. Виктория Антоновна. Виктория Антоновна, да. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Спасибо. Ну вот, что-то тут прилетело нам неожиданно. Доволен? Викуль. Ну, довольна? Спасибо, да. Ну все, ура. Что-то мы тут все с подарками. Ой, день вчера был тяжелый. Ну... Сегодня тоже. Я вчера, меня порадовали девчонки. Ой, сегодня тоже, да, радует мою доченьку любимую. Так, все, заправляй кровать. Выспалась? Заправляй. Так, друзья, наши Моти. Сейчас попробуем, что у нас тут получилось-то в принципе. И получилось ли. Холодное. Так, а где у нас тут что? Что-то непонятно. Но вкусно. О, тут уже появилось. А, вон что. Это начинка с киви. Они вот тут вот, короче, дочь, получилось как-то. Так. И это у нас вишня. Вишня.
Вот такие моти-шмоти. Ну, первый раз сделали. Не дорезала. Вот. Сейчас будем пробы снимать. Это самый большой кусок. Так, вот еще разрезала. Здесь видно ягодки. Сейчас будем пробы снимать. Теперь мы с папой. Так, нарезочку сделала. Язык и бастурма. Пришел Вадим к нам. Сейчас посидим, начнем отмечать. Ой, надо еще добавить гузочек. Так, рулетики с красной рыбкой. У нас доброе утро, да, страна? Дед Мороз нам принес какую-то фигню вот такую. Это сяо. Не сяо. Ну покажи, короче, какая-то подуха. Но визгов тут с утра с обниманиями. Так, и... Ага. А оно одинаковое, да? Нет. Ой, Дед Мороз какой. Теперь мы с подушкой спать будем, с мальчишкой вот этим. Ну и кофточка, маечка какая. Такое заказов... Да. Чего? Это хутало. А, да? Сейчас еще принесу. Господи. Это сейчас шопер. Что? Шопер. Это такая сумка. Ну, в общем... Я тут значок спальни. И вот такой вот. Довольный кот? Да. Чё она? Да. Это у нас утро 1 числа. Как глаза раскрыла, так тут побежала. Еще два мешка конфет, извини. Вот это да. Так, ну я ж свой подарок покажу, друзья. Ой, 31-е пролетело как в тумане. Какой-то гонке. В итоге даже стол не смогла вам снять. Пришел Вадим, брат Антона. Мы тут посидели. В общем, покажу свой подарок. Как вы поняли, это для меня совершенно неожиданность. В связи с событиями, которые произошли, у меня было обморожение орхидеи, ну, Натулечка захотела сделать мне приятное, и вот курьер доставил мне вот этого красавца. Я так расплакалась, господи, какой-то кошмар. Вот это сентиментальное я стала, наверное, старость. И вот сейчас вам покажу его. Вот столько вот бутончиков еще. Какой-то вот он интересный, он и напоминает... И квинки с одной стороны, и не напоминают его совершенно. Ну, какой-то особенный. Девчонки сделали мой день, им спасибо большое. Аллочка тоже сказала, подарит мне беглипчика. Ну, как бы по теплу она его мне отправит. Вот так вот поддержали меня девчонки в группе. Вам тоже спасибо большое за адекватные, понимающие комментарии к тому видео. Ну, и были, конечно, и те, которые хотели добить. Без того... состояние не очень новогоднее. И ума у нас нет, и что вы там устроили, истерику на весь мир, и пришли люди со страны, с которой ведутся боевые действия, там прям нашествие. Ну, в общем, этих комментариев вы не увидите, но очень много приятного, в кавычках, я услышала. И безмозглые, и вообще, и что вы детям врете? Ой, что там типа Дед Мороз, не Дед Мороз. Я, ну хорошо, пускай ваши дети с первых годов жизни не верят в чудеса. А мы уж в семье своей сами как-то разберемся. Ну, в общем, вот такой красавчик, друзья. Все гадские комментарии я не стала выставлять. И часть людей... ушли в бан. Никто с ребенком, с сыном не ссорится, никто с ним не ругается. Дети превыше всего. Естественно, ситуация такая была, конечно, как я сказала, однажды. И вот она повторилась. И как это так, что у вас ситуация повторяется? Все бывает. Знаете, даже у взрослого человека, который имеет опыт, тоже такое может быть. Может. Может. И что? И уберите от окна. Да там такое количество стоит. Пока нет возможности убрать. И проветриваем мы. И все хорошо у нас получается с этим.
Ну вот бывает. Бывает вот так вот, что забывают закрывать окошки. Мы тоже все не без косяков. А дети у меня самые любимые. Да, доченька? Самые лучшие на свете. Всем спасибо. Мира вам, добра, счастья в наступившем новом году. Всех-всех благ, друзья.